надоело сидеть в зале для зрителей, пасти задних, и вы хотите наконец-то быть в центре внимания, тогда сегодняшний совет от школы вокала Drive именно для тебя. Для того, чтобы избавиться от страха публичного выступления, выйти на сцену и просто наслаждаться своим звуком, вам нужно хорошо подготовиться. Первое, что вы должны сделать, хорошо подготовить свой голос, распеться и настроить дыхание. Сделайте несколько очень простых дыхательных упражнений, любые, которые вы знаете. Это настроит не только вашу диафрагму, правильно подавать звук, а и расслабит вас изнутри и позволит сконцентрироваться на главном, избегая ненужных навязчивых мыслей. Следующее, что вам нужно сделать, походить по сцене и прочувствовать себя ее хозяином. Когда в зале еще нет людей, и вам свободно и легко наедине с собой. Потом попробуйте свой звук в микрофон и сделайте еще несколько вокальных упражнений, чтобы совсем расслабиться и избавиться от ненужных навязчивых мыслей. Желаю вам хороших выступлений!